Всем привет! Сегодня воскресенье, 16 июля. И у нас в городке здесь проходит фестиваль. Не знаю какой. В прошлом году мы в это время болели коронавирусом, не ходили. Слышу музыку, сейчас пойдем посмотрим, что за фестиваль оказался музыкальный, разные исполнители. Не знаю, получится ли ставить оригинальный звук, потому что очень сильный ветер и музыка популярная. Но кусочек вам ставлю, покажу саму атмосферу, как отдыхают англичане. Привезли нам второй велосипед Алма с Роджером. Так что теперь у нас два велосипеда. Можно теперь кататься вдвоем. Вот такие велосипеды. Муж попробовал. Говорит, хороший велосипед. Вот это будет мой. А это, который уже у нас был. Так что спасибо им огромное. Будем кататься на велосипедах. Делаю творог. Когда бываем в польском магазине, конечно, покупаем иногда. Ну, а так стараюсь делать сама. Домашний, конечно, гораздо вкусней. И дешевле. Вот такой будет творожок. Сейчас буду отцеживать. Заквасила кабачки, цукини. Покупала маленькие такие. Сделала квашеные, как огурчики, для рассольника. По тому же рецепту, как и огурцы, в принципе, квасят. Укроп, петрушка у меня здесь, чеснок. И все залила холодным соленым раствором. Вот уже они 3 дня стоят. Уже почти не играют. Уже можно убирать в холодильник. Так что будем варить рассольник. Да, и так просто кушать. В общем, все как обычно. Домашние хлопоты, готовка, уборка. Покажу вам своих красоток, свои орхидейки. Это уже все домашнее цветение. Вот такие красотки у меня. Цветоносы. И новые, и вот растут. И вот цветонос растет. В общем, цветут шикарно. А это белый беглиб. Уже 7 месяцев цветет. Вот новые растит, доращивает веточки. Вот очень крупный, красивый такой. Это сегодняшнее мое приобретение. 4-я орхидейка желтая. Купила. И сейчас покажу еще одну красотку. С какой стороны ее показать, не знаю. У нее вот один цветонос, вот второй. Это два цветоноса у нее пилорики. Вот один. Так она и продавалась. Один был обычный, один был пилоричный. Так она и цветет. Два цветоноса новые, старые пилорики. И вот два цветоноса обычные. Очень красивый такой у нее цвет.
такая темная красотка. Кимоно. В общем, 4 цветоноса. 2 старых она дорастила. Вот такая во все стороны. Так что у меня 4 орхидеи за год я купила. Но я довольна. Очень красивые. Похвасталась вам. Всем огромное спасибо за просмотры. И всем пока на такой красивой ноте.